Петуния, бархатцы, бегония, розы. Время однолетников пришло. Декоративные растения украсили улицы Одинцова. Работы по озеленению в этом году начались перед майскими праздниками, 26 апреля. Недавно мы озеленили улицу Северную, посадили туда цветы тагетисы. Также мы формировали новые клумбы на улице Недель, на пересечении с улицей Молодежной. Там образовался новое круговое движение. Соответственно, мы этот круг силами нашего отдела мы его облагоустроили. Сначала высаживают первую партию цветов. Затем начинается ежедневный уход. Полив, прополка и посадка новых растений вместо тех, что уже отцвели. Внесение удобрений и правильный подход значительно продлевают жизнь клумбам, рассказывают сотрудники МБУ «Одинцовское городское хозяйство». Сажаем всегда в шахматном порядке. Это удобно для цветов и удобно нам. Конечно, погодка сегодня нас подвела, жарко сильно. Стараемся. Потом после посадки мы польем. Конечно, все будет хорошо. В отделе благоустройства работает 20 человек. Эти люди озеленяют и делают наш город ярче. Артем трудится в любое время года. Погодные условия ему не страшны. Сильная жара или снег в мае к такому тоже готов. Мы занимаемся приемкой цветов, работа с грунтом, разносим цветочки на клумбы, ежедневный полив, дизайн самих клумб, в принципе, обработка кустиков и всего прочего в нашем городе. Сейчас идет посадка цветов на кругах улиц Маршала Жукова и Чикина. Высадка всех клумб завершится к 1 июля. Берегите цветники, не топчите и не выкапывайте растения. Цветы дарят хорошее настроение и украшают город летом. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».